моторика уже немножко у нас разработалась, и к весне мы учимся катать салфетки. Да, вот, может, это когда у меня был мастер-класс, ну как мастер-класс, просто вот кому интересно было, я показывала, как это делается. Так, итого приступим. Сегодня у нас социализация, вам я рассказала перед этим, для чего мы это все делаем, да, чтобы, во-первых, происходит общение, опять же, социализация, да, с другим ребенком, с другим родителем, мы устраиваем ситуации такие, что где-то у кого-то что-то закончилось, ребенок должен попросить, или у него не получается, попроси, да, то есть как бы, вот, поощрение кому какое, кому-то конфетку, кому-то оценку в дневник, и он уже рад, счастлив, да. А, кто-то идет, вот надо, основная масса детей, это чтобы у них все настолько структурировано, да, что моя творческая мастерская должна быть записана в дневнике. И он сегодня знает, что сегодня творческая мастерская, вот утром мама открыла дневник, показала ему, ну, а сегодня творческая мастерская, он идет на творческую мастерскую. Вот, ну, конечно, даже маленькая мелочь, это ты молодец, да, то есть нету, или там, давай постараемся, давай вместе все это. То есть здесь, на частенько очень, это уговорами, да. Вот, ну, приступим к нашей поделке. Сегодня мы будем с вами делать вот такого очаровательного песика. Так как у нас год собаки наступает, да, смотрите, у вас лежит кусочек кожи. Берем, кладем на упаковку. И лежат у вас заготовочки. Так, это вот полностью туловище. Опять же, с детьми, как бы перед тем, как вот это все убрать, мы рассматриваем. Мы сегодня будем делать собаку. Что это? Животное. А давайте посмотрим, что у собаки есть. Туловище, правильно. Мы это проходили, когда делали собаки с теста, мы закрепляем. Что у собаки еще есть? Голова. А что у собаки? Часто, причем, особенно вот когда первые занятия это начнут. Ноги. А раз у собаки ноги, а у собаки лапы. Да, что у нее еще есть? Хвост. А сколько у собак носов? Один. А у тебя есть нос? Есть. А есть. Ну вот, то есть, и вот иногда это переходит в шуточную форму, да, и чтобы ребенок развеселился, там все, он начинает смотреть, у меня два глаза, у меня два уха, да, то есть вот, вот даже вот такие вот моменты просматриваются. Так, смотрите, у вас лежат заготовочки, мы их обвозим. Это туловище у нас, прикладываем, выкладываем сразу. Это у нас голова. Это у нас, какие называют, животик. Так, и такого же цвета у нас будут заготовки лапок. И животик такого же цвета. Да. Так, кстати, ручки хорошо пишут. Выбираете детей на индивидуальные занятия? А, это класс, это индивидуальных понятно. У меня нет. А, индивидуальные нет. Могут быть только на маленьких, на крайне платности. Индивидуальные это платные. А, это групповые, это вот от школы.
я не выбираю, я занимаюсь со всеми, кто желает. То есть как, нет такого, что я с тобой буду заниматься, а с тобой не буду. Да? То есть если было бы желание родителей, вот, и каждому ребенку свой подход. Носик мы пока не трогаем. Вот берем лапки, да. Животик, голову. И вырезаем ножницы. Не все, наверное, ножничками умеют уже пользоваться. Да, вот учимся. Но, чай, ну, например, одно дело разрез бумаги, другое дело разрез кожи, да? То есть и кожу мы стараемся. И кожу вырезают родители, либо если ребенок там пришел, есть у меня 3 человека, правда они ходят в разное время, вот, то есть помогаю уже я по одному, ну, то есть как бы не индивидуально, просто один приходит без тьютера, без мамы, без сопровождения. Вот, с таким ребенком помогаю я ему. Ну и то с учетом того, что другие дети с родителями. Я объясняю в начале урока всем, потом я прохожу и показываю это индивидуально на ребенке. Это какой-то этот мальчик очень талантливый, работа которого он индивидуально занимается. Нет, он уже ушел из школы, он уже учится в другом. Жалко талантливый. Талантливый только в творчестве? Ну, у кого как проявляется. Вот. Я просто как бы отвечаю за свои творческие занятия. И не знаю, как у него там успехи сейчас в другой школе. Ну, он просто вырос, да? Конечно. Ну, у нас начальная школа, все, а потом он уже количество людей, поэтому сейчас каждому могу смотреть, что нужно. Получается? Отлично. Так, сейчас еще раз объясню. Так, это сами возьмете, можете даже шаблончики вести. Так, смотрите, всегда работаем. Нам нужно приклеить вот так. Полоски картона, да? Может, прям что-то делать? Можете палочкой что-то делать. Так, смотрите, что мы должны. Мы должны вот ее приклеить вот так. То есть можно смазать картонку и приклеить. Например, обычно дети любят много клея. И с детьми мы работаем клеем ПВА, мы с ними никуда не спешим, мы сделали, и оно высыхает, да? Приклеили. Для чего нужна картонка?
она нужна для жесткости нашей поделки. Да? Потом мы берем туловище, наше животик наш. Наносим на него клей и приклеиваем уже сверху. Наносим клей на замшу. Вот, сверху приклеиваем. Нет, переверните. Как пахнет? Вот. Вот так. Ну, соедините, сочетайте все. Какое у нас расстройство? Да, какого спектра у нас расстройство? Ну, и пока я хожу говорить не сразу, что у меня легкая интеллектуальная мысль. Да. Дочитаешь что-нибудь, что я могу говорить? Скажите мне, пожалуйста, это со мной что-то не так или что? Я не понимаю уже, как мне с детьми разговаривать. У нас норма, дети, норма. Я говорю, повтори. А он безумную работу мысли на лице изображает и молчит, сидит. Зачастую вот они нормальные условно, потому что просто родители не идут никуда и ничего не подтверждают. Ну это если в легкой форме уже как-то. Ну так, какие-то есть особенности, но не настолько там. Поэтому не идут. Ну что вы делаете? Да, смотрите, что мы делаем с ножками. Так, ножки разрезали, потом, пока могут растеряться. Так, смотрите, мы наносим на картонку клей, приклеиваем для жесткости. Так, вот мы его склеили, да? Что у нас ножки? Мы ножки вырезали, так, сейчас я покажу. На картонку ножки не наносим. Так, мы их разрезаем на две части. Thank you.
все равно, как уже имеет такую особенность немножко растягиваться, где-то у нас выступает, да, ну, потом ножничком прокрепляем, корректируем. Да, да. Что, особенно края. Замшевой стороны, да. Ну, если только вы не хотите использовать замшу как верхний слой. Отдельно не делать, потому что не будет совпадения все равно. Вот вы сейчас склеите свою собачку и все равно где-то что-то нужно корректировать. Можно сразу вырезать. Смотрите, вот у нас ушки видны, как отделяются. Да? Мы просто ведем, и потом мы их будем вести. Потом лапки, ну, лапки прикрепим. Часто бывает так, что обещают, а потом в другой школе. Конечно, проблема в передвижении, если бы это было рядышком. Как чувствуют себя ваши жители в школе? Тех, кого я знаю, довольны. Ну, они выходят отсюда, подготовлены.
Кому-то хочется коричневый носик. Коричневый могу носить. Тоже придумываю. Глаз делать невозможно, потому что они теряются. Потому что одинаково вырезать это невозможно. Да. Так, теперь ротик. Что мы делаем с ротиком? Обрезали наискосок треугольничек. Сделаем. Вот так вот. Потом сложили его вместе. У вас только вам в 3:30 нужно спускаться, но я думаю, что 3:30. И вот получился у нас вот такой. Вот и немножечко подкрепить. Чуть-чуть подрежьте, да, больше.
Thank you.
блик, например, на носике, на глазах. Не обязательно и смех, а можно и шутку.
если вы сопротив. Это уже вот можно как, может быть, что вот так. То есть здесь уже ваша, да, уже здесь уже ваша фантазия. Речь действует. У нас помогите, пожалуйста. Thank you.
мы раскатывали на мешковине сначала, потом клали по центру в мешок с, по-моему, с гречкой. Вот. И отжимали, да, потом вырезали стейкой сердечки. Можно так вот да, отрезать. Сейчас где-то потеряла. Да, и можно это на лапках, можно опять же ручкой еще нарисоваться. Еще один на подходе вдруг сейчас хвост только остался. А. Да, сын. А, отлично. Ну, недолго, а можно. Не очень много. А, потому что вам это? Нет, нет. Вот эта часть торчит, думаю, отрежу, а ничего. Mm-hmm.
Потому что? А уже не хватает. Могу дать лаковый. Тогда я могу дать либо коричневый, либо коричневый. И вот такой черный. Что у нас здесь? Отлично. У меня тоже. Тем более вы видите, что у нас вот на две части здания, в основном учебная часть, это да. Вот, а с такой стороны с 8:30 и до позднего вечера вы видите практически все. А зачем мне принимать? Смотрите, вот на окне лежит силикон. Thank you.
Собаки, я помню, детство делали. Какая большая сама. Ну, это просто есть такой понятие, как деревянная. Нет, там что-то. Смотри, вот. Вот они.
Заезжайте еще. Где бы мы еще таким занялись? А можно с вашим? Спасибо, до свидания.